Все же ты ушел от закона. Что здесь произошло? Основная стратегия любых переговоров с террористами – тянуть время, разговаривать с ними, разговаривать, для того, чтобы убедить их, усыпить их бдительность. А если сейчас всех наших туда притащить… Стой, они таких дров наломают, мало не покажется. В общем так, я сейчас забираю Веронику незаметно и возвращаюсь в пещеру. А я? А ты? А ты сидишь в бенгало и делаешь вид, что идиот. Поросенка поймал. Ах, вы ироды! Вы же от матки поросенка отняли, а у него молоко. Чтоб знал. Чего меня одного-то? Так он же больной. Какой с него спрос? Не углядела. То ли он головой ударился, то ли еще что. Вдруг отключился, как лампочка, раз, и все молчит, и в одну точку смотрит. Паша, Паша, посмотри на меня. Это новый пригон, Пашка? Смешно. Посмотри на меня, Паша! Ну! Я виновата. Не тарахти! Пашенька, сыночек, что с тобой? Ты слышишь меня? Паша. Пашенька, Паш. Паш, Паш, спокойно. Спокойно. Возможно, это одна из форм аутизма. А раньше наблюдалось что-либо подобное? Нет, никогда. Ну, может быть, какие-то поведенческие аномалии? Ну, он в последнее время лепил подряд все, что хотел. То есть резал, правда, матку без разбора. И на каком фоне это происходило? Да на ровном месте, профессор. Да никаких видимых причин. Возможно, какой-то скандал в семье. Ссора, все что угодно. Если бы мы это выяснили, это сильно бы нам помогло. Да нет, ничего такого не было. У нас семья, можно сказать, образцовый показатель. Мы сыну все даем, даже больше. Он учился в Оксфорде. Может быть, какая-нибудь сексуальная травма. Дело в том, что в его возрасте даже первый сексуальный контакт способен вызвать стресс, переходящий в патологию аутизма. И что теперь? Этот случай надо серьезно изучать. Его не надо изучать, его нужно лечить. Не, ну вы нормальные люди. Ну в туалет-то можно его отпустить хотя бы? Вы что, не люди, что ли? Дайте ему в туалет сходить. Но он же сейчас обделается. Вы же знаете, это унизительно для него. Ну, пожалуйста. Ну вы хотя бы скажите им, чтобы они его отпустили в туалет. Ой! Ой!
Да не ори, все. Пошли. Давай, 5 минут тебе даю. 5 минут. Тихо. Что с вами? Не кричите, я вообще объясню. Подождите. Ой, кровь! Тихо. О! Андрей, что случилось? Андрей! Андрюха, что это? Лизу взяли в заложники. Господи. Кто? Его? Я не знаю, я видел троих, азиаты. Чего они хотят? Я понял только два слова. Мани и транспорт. Они по-английски не говорят, поэтому я пришел за Вероникой. Ты место запомнил? Запомнил. Они сказали, что поведут ее в пещеру. Так есть пещера, да? Так пошли туда все вместе. Нет, нельзя. Да наш же почти отряд. Окружим эту пещеру и возьмем. Нет. Да что значит нет? Там же твоя жена. Да, моя жена, но поэтому и нельзя. Ну почему? Потому! Потому что нельзя, потому что они сказали, что если пойдешь что-то не так, они ее убьют. У них автоматы, понимаете, автоматы. Помните капитана с нашего корабля, который убежал? Конечно. Вот он валяется сейчас мертвый на пляже. Все, пошли. О! Андрей, я с тобой. Я сказал, я один. Дайте мне время. Нелли, я не понимаю, зачем тебе строительная компания? Существует закон. Сашенька наследник, я представляю его интересы, хочу, чтобы он получил все по праву. По-моему, это вполне естественно. Да я же ведь и не спорю с тобой. Я прекрасно помню, как Андрей любил тебя, и все, естественно, достанется мальчику. Ну и тебе тоже. Я не понимаю, только я-то чем тебе не угодил? Ты что, хочешь сама управлять делом? Я этого не говорила. Ну так а в чем же дело тогда? Я очень опытный менеджер, и дела веду, по-моему, неплохо. Неплохо, но наверняка есть люди, которые могут делать это лучше. Да мы начинали это дело вместе с Андреем. Ты соображаешь, насколько давно я в деле? Компания не развалилась в кризис и не рухнула благодаря мне, между прочим. Ты можешь не орать. Я не ору, я просто пытаюсь понять, откуда тебе знать, что лучше для компании, а что хуже. А что, я, по-твоему, полная дура? Нелли, я тебе каждый месяц плачу зарплату Андрея плюс часть прибыли. После выплаты всех налогов, между прочим, заметь. Правильно. Налоги надо платить вовремя. Да все прозрачно. Ты можешь в любой момент потребовать отчет, и он у тебя будет. И, кстати, не забывай, ты еще не вступила в право наследования. Я не забываю. Так и зачем рубить сук, на котором сидишь? Потому что, Ген, ты уголовник. Кто я? Уголовник. Соображаешь вообще, что ты несешь? А ты соображал, когда отправлял своего начальника и отчима через левую турфирму? Ты что говоришь? Ну и что, что не проверил фирму, опытный менеджер? Мне следователь сказал, что она просуществовала всего один месяц и выполнила всего один заказ. Тот самый круиз. Как только все погибли, тут же закрылась. Что, ты этого не знал? Или послушай. Нет, а ты меня послушай. Я не пойду с этим в прокуратуру, а ты сейчас же издашь указ о назначении меня на должность генерального директора компании. И можешь подать заявление об уходе. Как он? Я его подпишу.
Откуда взялись эти азиаты с автоматами, а? Может, это его знакомые? Да. И что нам теперь делать? Ну что-что. Андрюху подождем. А там видно будет. Разберемся. Какая-то во всем этом несостыковка. Подожди, давайте рассуждать логически. Он сказал, что из всего разговора понял два слова. Мани и транспорт. Правильно? А как они тогда попали на остров, если у них нет своего транспорта? А? И с чего они взяли, что транспорт есть у него? А что это за хрень с капитаном? Потом, не зная языка, как он понял, что ее повели в пещеру? За что знать туда дорогу? А? Так за что он нам врал? Про пещеру, да. Так за что он и сейчас нам врет? Потому что все врет и про жену врет. Я, например, не видел ни азиатов, ни пещеры. Я просто видел, как они на пляж пошли с женой, вот и все. Ну чего из этого следует? Да ничего не следует, я не знаю, может, он утопил ее, это тут... Ну уж с ума-то совсем не сходите, Савель Тимофеевич. А почему? Почему я должен верить людям, которые врут? Почему? Может, вы нам что-то подскажете, юное создание? Вы нам тоже что-то втирали тут по поводу пещеры? Здесь все врут. Девочка права. Подождите, может, я что-то не знаю, что вы все знаете, а? Может, поведайте мне? Врут, не врут, но кто не врет в своей жизни? Слушай, кто не врал? Я не врал. А вот тебе как раз не помешало бы. Приврал бы про себя что-нибудь хорошее, мы бы поверили. Вот поговорили. Я вам про Фому, вы мне про Ерему. Что-нибудь видите? А что я могу видеть? Среди нас люди, которые знают что-то и скрывают от других, потому что ненавидят и не верят, а это мрак. А во мраке ничего не увидишь. Ну что ж, Александрина Дмитриевна, процесс выздоровления идет нормально. Я думаю, дня через два вы у нас бегать будете. Где? Его похоронили. Кто вам сказал? Я с ним разговаривала. У него все хорошо. Там.
Пойдемте отдыхать, пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. А вы пробовали коснуться его? Ну, взять за руку или обнять, например. А зачем? Это все как в телевизоре. Вам же не приходит в голову обнимать телевизор. Ну хорошо, когда вы с ним беседовали, вы слышали собственный голос? А мы не беседуем. Мы общаемся молча. Без слов, понимаете? Понимаю. Доктор, я знаю, что вы пишете. Личностная амбивалентность. Это не про меня. Улыбается. 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 Не улыбается. Не улыбается. Пожалуйста, что вы можете сказать об этих? Паранормальные способности на фоне шокового рецидива. Она действительно видит. Третий глаз. Нужно подключать генетиков. Вот видите, а вы не верили. Продолжайте исследование. Здесь. Вот. Ну? А что делать? Как? Может, договорились? Скажите, что мы пришли и готовы с ними поговорить. Mm-hmm. Есть там кто-нибудь? Макуйга! Мы пришли поговорить. Эй! Назад! Не подходите близко! Назад! Откуда здесь еще женщина? Твой муж решил меня обмануть? Что? Ну не понимаю я, что ты говоришь! Эй! Нэбэн, савари! Рад вас видеть. Держи их на мушке. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вас всего на острове? Нас 14. 14. Что? Он спросил, сколько у нас человек, я сказал 14. Ну, пусть боятся. Не надо было. Не знаю. Ладно. Скажите ему еще раз, что мы потерпели кораблекрушение. Угу. Катера у нас нет. Рыя конг лау чон. А деньги я верну ему на материке. Лау майми рыя. Майми стан майми рыя.
ไอ้เรื่องเรืออับปางของพวกแกเนี่ยเป็นเรื่องแหกตาไม่การแสดงหรือเล่นละครอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเรือล่มคือเป็นสเปกตาเกิลและที่เขาต้องการคือการสร้างแผนที่เขาไม่ได้ทำเขาเลยตายไปตั้งนานแล้วและเขาใช้เงินในการจ้างตอนนี้เขาแค่ต้องการ $100,000 เงินเจ้ากัปตันเรือนี่นะมันก็ตายไปตั้งนานแล้วพวกแกยังมาหลอกข้าอีกโอ้ยอีกชื่อที่ตายไปนะที่มึงสกวารีสกับคิมต์มีร์ตเจ้ากับตันเรือนี่นะนี่แล้วข้าก็รู้มาแล้วด้วยว่าพวกแกโกงเงินส่วนแบ่งข้าที่มึงรูสกี้อัดคุณต้องรู้ที่มึงรูสกี้ยังไม่ได้บอกเลยพวกแกโกงเงินส่วนแบ่งข้าที่มึงฮะพีริเซลีนักการ์ดนักธุรกิจเรือลงมาด้วยฮะเหนือชั้นมึงแกอีกเฮ้ยอย่าที่สกัดเลยอย่าดิ้งอีสเบียตอมน้องมือเจริกี้พอแล้วมั้ยเนี่ยАртисты гребаные устраивают. Лиза! Андрей! Да уйди ты отсюда! Андрей, у него пистолет! Ай! 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 Русский, иди сюда. Разговаривать буду только с ней. Она тебе переведет. Даю тебе сутки. Попробуйте напасть. Убью заложницу. Понятно? Ясно? Ясно. Зачем пришел? Я тебе сказал, не ходи за мной. Не ори. Пришел и пришел. Жили. Нормально. А еще этот пират сказал, чтобы мы приходили вдвоем, что у нас есть сутки. И если мы попытаемся на них напасть, они убьют Лизу. Но я с вами. Где Андрей, урод? И вернется. Пусти меня! Мы так он бог. Они могут на нас напасть. Если бы мы могли, то уже давно напали. Он боится за нее. А вдруг у них и правда? Нет катера. Зачем они сидят на острове? Все у них есть. Им надо здесь отсидеться. Поэтому они закрутили всю эту карусель с капитаном. Нет, я не понимаю, почему они нам не верят. Мы же ни с кем ни о чем не договаривались, правда, Андрей? Не договаривались. Ну, они нас с кем-то перепутали. Точно они нас перепутали. Я не понимаю, мы-то тут при чем? Андрей! Уже при чем? Нет, вы понимаете, Андрей? Они нас так поделали, все Что это?
Ой, пуговичку оторвал. Ай-яй-яй-яй. На место положи. Вы знаете, что мы в большой беде? На острове находятся настоящие бандиты. У них вот такие автоматы. Стоп, давай, сначала по порядку. Лизе угрожает огромная опасность. Да, значит, мы туда пришли. Они сразу начали стрелять. Почему-то они откуда-то знают, что мы русские. Я им этого не говорила точно. А сколько их там? Ну, лично я... Ну, чего делать-то? Один господин бизнесмен. Ну, сразу, по-моему, он главный. Так может, с ними поговорить? Конечно, мы с ними вступили в переговоры. Они нам не верят. Они говорят, что мы часть хитрого плана. Какого? Ой, я не знаю, хитрого какого-то. Может, ты все-таки знаешь, что это за план, а, бизнесмен? Мою жену взяли в заложники. Держат ее в пещере. Угу. Требуют за нее катер и деньги. Тебе нужны сокровища? Я дам тебе в 2 раза больше. В 10 раз больше. В обмен на телефон. Ну, переводи, ну! Каубок. Ва. Мия. Каутук. Цап. Ю. Ти. Там. Ва. Кау. Танг. Канг. Нын. Кап. Прия. Та. Хай. Торасап. Я же сказал, нет у меня телефона. Ах ты, тупой, упрямый китаец! Петра Петровича Жукова стреляли! Чуть не убили! Андрей, вы же не можете его пытать! Андрей, пожалуйста! Не надо, не надо! Подойди, не надо! Отпусти, я сказал! Отпусти, я сказал! Пожалуйста, отпусти! Где телефон? Праведник любит. Савелий Тимофеевич, праведники тоже люди. Не надо, ну пожалуйста! Где телефон? Да, Андрей! Где телефон? Телефон где? Я прошу вас, ну не надо! Где телефон? Что ты молчишь? Где телефон? Где телефон? Ты понимаешь, что они ее убьют, тварь? Где телефон? Отпусти его, слышишь? Здравствуй. Конфуция номер 2. Welcome. Слышал? Ух ты. Кажись, милицейский. Да какой милицейский, Липа? Один из этих? Его я не видел, но, скорее всего. Наверняка они все заодно с Конфуцием. Так видно же. Рожа-то бандитская. Ну да. Алло, очухивайся давай. Хорошо ты его наварил-то. Что вы с ним сделали? Что вы с ним сделали? Говори! Говори, что вы с ним сделали! Хорош! Кунден край. Кун мацак най. Кунден на блот. Он говорит, что он полицейский и что он преследовал 3 преступников. Ну, врет он все. Врешь-то все! Врешь! Говорит, что мы ему не верим. Пусть говорит правду. Раамай Чиакун. Капумныя. Там лоды кинь. Нет, он говорит, что он полицейский. Какой полицейский? Что ты врешь? Что ты врешь? Что ты врешь? Что ты врешь, а? Ты кто такой? Кто ты такой? Андрей Хаморин. О! Имя твое назвал. Андрей Хаморин. Он говорит, что он видел наши документы и что вы один из погибших туристов. Полиция пыталась найти наши тела, но ничего не вышло. Ну, конечно, мы живы. Среди нас 6 женщин и 7 мужчин.
И среди нас есть государственный чиновник. Это про нас. Нашли. Вот и все. А я вам всем говорил, что меня найдут. Говорил, что найдут. Вот приплывут, приползут, но найдут. Потому что я им нужен. Они мне без меня никуда. А вы мне никто не верили. Никто мне не верил. Неужели а? Мы спасены? Я не верю. А я посмотрел, глаза добрые. Значит, человек хороший. Чай не ё. Чай не ё. Так всегда бывает. Счастье приходит неожиданно. Вадим. Возвращаемся. Возвращаемся. Никогда не думал, что буду рад полицейскому департаменту. I'm sorry. Вот это. Царапина небольшая. Я сразу почувствовал, что полицейский. Вот сразу. Я думаю, что не похож он на бандита. Не похож на бандита. Жучок, ты говорил, что все будет хорошо. Говорил, что все будет хорошо. Ты не верила. Вероника, переведите, о чем я говорю. Китаец жалуется, что мы его в плен захватили. Че он там скрипит-то? Ну, он жалуется, говорит, что мы его в плен взяли. Надо засранец, а? Китаёза! Приведите ему, что это он на нас нападал, а мы защищались. Каутон кам хамрарау. Да-да-да, и еще он отравленным ножом в меня бросил. Вот, ну говорю. Кау кванг нит цай коклюш? Я. Леван, я Петрау. Товарищ милиционер, мы все свидетели всех его безобразий. Окей. Дело не в том, что я тебе объясню. Он говорит, что все будет хорошо, он во всем разберется. Ну, понятно, что все будет хорошо. Ну, приведите его. Мы как отсюда будем выбираться? Поплывем или полетим? Кун-ма-ти-ко-ни-ду-а-ри-а. Рэй-крэм-бин. Пум-ма-ти-ма-ди-лю-лю-крэм-бин-тан-на-на. Мими. Чего? Я что-то не поняла. Ну, что непонятно, на вертолете или на катере? Тут два варианта, ну. Нет, он просто спрашивает, каким транспортом мы располагаем. Что значит, каким мы располагаем? Ну, у него нет ни вертолета, ни катер. Алайне. Ты как сюда попал? Ты как сюда попал? Алай. Ты попал сюда? Ты как сюда попал? Ты как сюда попал? Спросите, как сюда попал? Рация у него есть хотя бы. Он ми вид хаю сын сан май. Он ми ми вид хаю сын сан. Ну что он говорит? Подождите, отпустите вы его, нет у него никакой рации. Она утонула. Он преследовал троих преступников на корабле. Капитан погиб, дети трое, он не знает. Черт. Да что же это такое? Мы знаем. В пещере они. Все же русские очень странные люди. Чего им дома не сидится? Это все из-за холода. У них там дома очень холодно. Дети в школу ездят на повозках, в которых медведей запрягают. Почему медведей? Только медведи такой холод выдерживают. А машины? Какие машины? Медведи и те дохнут. А еще они вместо собак дома пингвинов держат. Пингвины холода не боятся. Они им поводки цепляют и на улице выгуливают. А бродячие пингвины есть? Есть, конечно. Когда очень холодно, они в подъездах греются. Мы
Почему ты не хочешь помочь русским и самому себе? Я не знаю, чем им помочь. Они требуют телефон. У меня его нет. Послушай. Я хорошо помню то дело, когда на острове умерли от вируса муж и жена. Оно проходило через мои руки. Я вам все рассказал об этом. Нет, не все. Их сын утверждал, что у родителей был спутниковый телефон. Только он его не нашел, когда прилетел на остров. Что там? Ты чё, чё? Походу, не скоро мы окажемся дома. Если вообще окажемся. Я надеюсь, ты догадался выключить телефон. Иначе аккумулятор сядет. И еще. Если он спрятан в пещере, ты рискуешь вообще до него не добраться. Пещера захвачена. Или эти трое твои сообщники? Я не знаю, о ком идет речь. Ну вот. Ты и ответил. Знаешь, как меня учили в школе полиции? Если допрашиваемый молчит, надо последовательно задавать ему вопросы. Он будет молчать, когда надо соврать. И обязательно ответит, когда можно сказать правду. Потому что так, с его точки зрения, убедительнее. Ты не знаешь трех ублюдков. Это правда. Но все остальное — ложь. Ты убил своих хозяев. Ты ищешь сокровища пиратов. Ты знаешь, где находится телефон. Мне ничего не известно о телефоне. Слышишь? Попугай знает код телефона. Тогда у него и спроси. Он говорит правду, а ты врешь. Откуда на тебя? А? Понятно. Катя. Это самое. Все нормально будет. Слышь меня? Все будет хорошо. Ненормально. Я знаю, что нужно делать. Надо отдать китайцу сокровища в обмен на телефон. Какие сокровища, Кать? Те сокровища, что он ищет. Надю, идея хорошая, только где их взять? Взять там, где они лежат. Ты знаешь, где? Да. Нет, я не знаю, но я знаю точно, что они есть. Все, успокойся, успокойся, успокойся. Папа, я не хочу успокаиваться. Пускай тот, кто их взял, их отдаст. Пусть он их отдаст. Правильно. Пусть отдаст. Вот. Это то, что ты ищешь? Эй!
кричит, что знает, где телефон. Кто бы сомневался? Там и нулицы. Выдай вы, не мать отная. Офицер хочет знать, где ты взяла это кольцо. Ну-ка. Ну что, пиратские сокровища, что ли? Бред какой-то. Катя, офицер полиции, ну, собственно, мы тоже. Хотела бы знать, откуда у тебя это кольцо? Нашла. А где нашла, Катя? В зарослях. Я сверну ему шею. Вы слышите, что орет попугай? Ну и что? Попугай моего деда орал таблицу умножения. Значит, твой дед был математиком. Никогда попугай не произносит случайных слов. Что это? Наскальная живопись? Карта острова. Древняя карта пиратов. Теперь понятно, что эти русские делают на острове. Ищут сокровища пиратов? Или уже нашли? Thank you.
คุณเห็นแหวนตรงนี้จริงๆเหรอครับ Он спрашивает, ты точно кольцо здесь нашла? Ну да, где-то здесь. Чайка, тяни. Что делаешь-то? Да пахнет хорошо. И москиты не кусают. Паш, че? Откуда кольцо? Мой дурак. Слушай, может, хватит нас за нос водить, а? В смысле? Ну, а что в смысле? Понятно же. Золото давно найдено. Чем мы здесь, как стадо баранов, по лесу шарохаемся? Может, поговоришь с ней? М? Ну, а о чем я с ней поговорю? Как о чем? Мне кажется, все достаточно очевидно. Сначала часики, потом пещера. Сейчас колечко. Никто никакой последовательности не прослеживает, а? Может, нам все-таки что-нибудь расскажешь? А я предлагаю, давайте сейчас все разойдемся по острову. Ну вот, выпустим друг друга из виду. Вот. А потом кто-то один из нас придет в бунгало. Ну и оставит там клад. Мы отдадим его китайцу, а он нам телефон. Класс! Бакаренко. Кажется, у нас завелась крыска. Катюш, не обращай внимания. Они думают, что Катя знает, где клад. Клад. Понятно. Тихо, 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 тихо. Это хорошая травка, правильная. Тихо, тихо. Ну тихо. Что, легче? Марья Ивановна про тебя спрашивала. А нас, кстати, теперь 14. Местный полицейский нарисовался. Шторм прибило. А чего спрашивал? Ну, спрашивал, как ты, как рука. Ну, я это самое. Все, спасибо, я сам. Андрюх,
Я в бунгало. Зачем? Ну, я прихвачу чего-нибудь. Зачем? Пей. Чего? Она к водопаду пошла. Да? Искала тебя. А что мне искать? Я не клад. Если бы у меня был клад, я, наверное, бы его не отдала. Это же чудо. Как можно расстаться с чудом? Давай убежим. Куда? Да какая разница, самое главное, подальше от них, от всех. Я хижину построю. Ты что, без меня убежал, да? Здесь же полно змей. Нам же сказали разойтись. Маш, что происходит, а? Что случилось? Ничего не случилось. У нас ведь хижина сгорела. Это все? Больше ничего? Не обманешь меня? Все, идти надо. Давай, пусти. Капунка, я сама. Спасибо. Откуда вы так хорошо знаете язык? Хорошо? Правда? У вас есть акцент, но очень приятный. Я лингвист. Доктор наук. Важная дама. Ну что вы? Просто занимаюсь наукой. Поехала в круиз, чтобы познакомиться с регионом, которым занимаюсь. Вот познакомилась. Здравствуйте. Я регион. Thank you.
Все, вода закончилась. Выпил? На острове ведь есть вода? Есть. Но мы не можем выйти из пещеры. Чёртова пещера. Жрать нечего. Воды нет. Где твой муж? Я спрашиваю, где твой муж? Может, он не придет? Ты пойдешь за водой. Где тут вода? Water. Вода. Drink. Пить. Тут рана. В порядке, да? Если эта зараза попала к нему, ну через рану он умер с ножа. Вот этой дрянью он отравил своих хозяев. Mountain two. We are here. Это вершина горы. 1250. Вода. Все ясно. Это количество шагов. Значит так. Ты поднимаешься на гору и оттуда отсчитываешь 1250 шагов. На восток. Там должна быть вода. А если она врет? Если врет, сдохнет. Она мне сейчас в Австралии. Очень кино любит. Наверное, все фильмы пересмотрела. Я вот здесь с тобой развлекаюсь. Ладно, пошли, давай руку. Давай. У меня мама. Лунный пирог на праздник пекла все время. Вкусный очень. Сестра ей стряпать помогала. Правильно? Я тебе про то же самое говорю. Ты думаешь, мне не надоело тебя привязывать? Тебя не привяжешь, ты убежишь. Сам не понимаю, что от меня убежать невозможно. Я сам-то от тебя убежать не могу. Слушай, а тебя как зовут по-настоящему? Лунный пирог пекла. Как? Пирог. Как луна. Давай лучше просто Конфуций. Не трогайте. Это мое.
Мои сокровища. Я знал, что все не зря. Ну что, теперь твоя душенька довольна? Пап, я тебя очень люблю. Ты еще, Катя? Очень-очень. Я тебя тоже люблю. Отойди. И здесь не все сокровища. Где остальные? Здесь нет половины. Отдайте. Быстрее. Они мои. Мои. Что ты опять недоволен, а? Он говорит, что здесь не весь клад. Откуда он знает, что не весь? Он знает. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть открытки с видами города? Это магазин старинных товаров. Вы интересуетесь историей? Нет. Извините. Нам нечем платить за аренду. Если дела пойдут так и дальше, то мы останемся на улице с нашим попугаем. Мо, что же ты наделал? Прошу прощения. Я сейчас все соберу. Это же старинные книги. С ними надо быть очень аккуратным. Я понял. Он не виноват. Иди. Смотри, что я нашел. Конверт. Запечатанный. Дай нож. Читай. 500 золотых монет, 52 кольца с изумрудами, 47 с рубинами, 33 ожерелья. С ума сойти. Ты в это веришь? Не знаю. Смотри, что с обратной стороны. Это остров. Они убили ее, эту даму. Она кричала, сопротивлялась, но они убили ее. А потом сорвали кольца с пальцев. Ну, хватит сочинять-то, а?
Камни долго хранят информацию. Очень долго. Эту сережку вырвали из уха. Не расстегиваем. Женщина была еще жива. Этот перстень принадлежал мужчине. Он долго боролся, но ему перерезали горло. Ой, давайте не будем об этом, так тяжело что-то. Да, ты права, не надо. И вообще лучше не прикасаться к этим сокровищам, на них кровь. А самое правильное – зарыть их снова в землю и забыть. Интересное дело – забыть. А я вообще не понимаю, а что скрывать-то, а? Ну, нашел клад. Вот если бы я нашел клад, все, все мое. И китайцу бы не отдал, а? Савелий Тимофеевич. О! Его вообще доверять нельзя. Ну, а если от этого клада зависит жизнь другого человека? Смотря чья. Моя, например. Ой, ну даже не знаю. Ну, отдал бы тогда. Есть вторая половина. Ну, половина. Почти любовь. Вся проблема в том, что китаец требует весь клад. Требует? Ну и что, что требует? Али он на нашу территорию претендует. Что ж, теперь им землю отдавать, что ли? Подозреваешь меня? Да мы все тут друг друга подозреваем. Ну, значит, ты такой же подозреваемый, как и я. Дай мне карту острова. Карту зачем? Ну, и не готова толком, так, наброски на листках. Ну, отлично. Покажи наброски на листках. Где они? Не знаю, вроде бунгало. Ну, пойдем в бунгало, поищем. Тебе надо, ты ищи. Силой поведу. Справишься? Не справлюсь. Помогут. Ты же знаешь, сколько здесь желающих применить силу.
Давай туда. Окей, окей, окей. Живой? Ну чего? Ничего. А вот здесь. Да, молодец, фермер. Перестарался со своими ловушками. Мы уходим прямо сейчас. Куда уходим? Неважно, уходим отсюда и все. Я не пойду никуда, я не хочу. Как надо. Ты нашел его? Я расшифровал карту. Кроме меня никто бы не смог бы это сделать, а? Понимаешь? Клад наш. Нет, он не наш. Его нужно отдать китайцу. За него все с ума сходят. Да не сошел я с ума. Ну что-то... А китайцы, он долго упираться не будет, он же согласится на те драгоценности, которые я ему уже отдал. Я никуда не пойду. В общем, так, там на горе пойдешь вверх по речке, там будет такое маленькое озерцо и водопад. А перед этим маленький мостик. Я буду там. Буду ждать. Слава богу, я от вас отстала, где Паша? Все в порядке. Паша, ты в порядке? В порядке с твоим Пашей. Андрей! Андрей! Вот этот человек здесь свой котелок потерял. Получается, он с водой приходил? А значит, у них там сейчас в пещере воды нет. А кто это был? Манукана. Им нужна вода. Ага. Понятно. А отец где? Не знаю. Топограф сбежал. То есть как сбежал? Вот так сбежал. Да что значит сбежал? Вон дочка-то его здесь. Дочка здесь. Топографа нет. А может быть, он просто отлучился? Где топограф? Где топограф? Вот здесь он и прятал сокровища. Суммат, на самом деле, это мы укладывали в Лалиха. Он говорит, что все это время клад был у нас под боком. Так что же это получается? Если сбежал, значит предатель. А то и получается. Что случилось? Топограф нашел клад в хижине и свалил. В какой хижине? А в этой. Что-то там намутил со своими меридианами и узнал, что клад здесь. И для этого заболел. А ты ему поверил. Отдал спальное место. О чем они говорят? Человек, который нашел сокровище, умеет составлять и читать карты. Считай, ты бежал 100 метровку с олимпийским чемпионом и проиграл. Если я не получу весь клад, вы не получите телефон и сгниете на этом острове. Вместе с тобой. Думай. Вместе с тобой. Слушай, так получается,
Девка, ты нам тоже голову морочила, что кольцо в лесу нашла. А на самом деле-то она с папашей заодно. Была бы заодно, ушла бы с отцом. Да она вас просто всех боится. Катя! Сучка, а? Поймай уши, торви. Да ты соображаешь, кого ты таким словом взываешь? Она же почти ребенок. Да потому что этот ребенок знает, где скрывается топограф. Ее надо найти. Она мне все, сучка, расскажет, а? Завтра с утра обыщем остров и найдем их. Да какой завтра? Какой завтра? Нужно сегодня это делать. Нужно делать сейчас. Ну все, хватит! Вообще уже с котов превращаемся. Готовы друг друга пытать. Но детей мы преследовать не будем. Чего, Марьяна? Савелий Тимофеевич, детей мы преследовать не будем. Савелий Тимофеевич, темнеет. Джунгли все-таки. Давайте завтра. Так, Андрей, вы куда без меня-то? Пойдемте. Вероника, вы куда? Быстрей, быстрей. Вы русские очень странные. Нет, ну как? Это точно. Но вообще-то мы разные. Пошли. Как она посмела увести Пашу? Она ведь знает, что он болен. Дорогая, никто никого не уводит. Рано или поздно дети взрослеют. Вот и Катя с Пашей тоже. И вам, милая, пора сюда иди. Ну, хочешь, мы отца найдем? А чего хочешь? Я ему даже в глаза смотреть не могу. Кать, а хочешь, этот остров наш будет? Я хижину построю. Мы там будем там вдвоем жить. Подальше от них хотя.
Они на меня напали, и я потерял котелок. То есть... Она нарочно отправила тебя прямо к ним? Нет, она правильно показала ручей. Но я потерялся и случайно вышел на них. А где вода-то? Черт. Идиот, тебе ничего нельзя доверить. Мы принесли воду. Андрей, я в порядке! Заткнись. А вы сомневались, что он придет? Будьте осторожнее, смотрите в оба. Я хочу видеть свою жену. А он отдаст тебе жену, если ты отдашь ему сокровище. Хорошо, я дам сокровище. Откуда он знает про сокровище? Да это не важно. Ты получишь свою жену, когда он сядет на катер или вертолет. У нас есть 15 часов. Ну зачем тебе катер, Тхе? Эй! Чуньё! Чуньё, ты жив? Я очень рад. Ты зря так рвешься на материк. Тебя там ждет тюрьма. Отпусти заложницу. Я сам разберусь. На тебе не только соучастие в преступлении, на тебе похищение людей. Проваливай отсюда. Скажите офицеру, чтобы он его не провоцировал. Иначе я прибавлю к этому еще и убийство полицейского. Андрей! Со мной все в порядке! Я не шучу. Это понятно? Да. Хорошо? Хорошо. Я тоже хочу пить. Как он здесь оказался? Понятия не имею. Он снюхался с русскими, ведет переговоры от их лица. Я думал, он сдох. Мог предположить, что его сожрали акулы? Или он лежит на дне океана? Но эта полицейская крыса оказалась живучей. Явилась сюда и собирается помешать нам. Я его урою. Я вышибу ему мозги и размажу их по стенам этой пещеры. То же самое сделаю с русскими. Им нельзя доверять. Никому нельзя доверять. Туда. Это большой секрет.
Что вы собираетесь делать? Не трожьте сундук. Положите его на место. Заткнись. Ты что делаешь? Они откуда-то узнали про сокровища. Кто они? Ну, те трое в пещере требуют отдать их. А ты хочешь их так просто отдать? Ну, грызу у них, конечно. А у Конфуция телефон. Отойди. Андрей? Не стой у нас на пути. Ух ты. Ну хорошо. Давайте спросим у народа. Пошли. Откуда они вообще узнали про сокровища, а? Я не знаю, откуда я должен выполнить их требования. Что они конкретно сказали? Значит, они сказали, они отпустят Лизу, если мы отдадим сокровища и транспорт. Ну, сокровища ты им отдашь, а транспорт ты где? Пошли мы все. Погоди, погоди, Андрюха, надо разобраться. Ну, отдашь ты им клад. А с острова-то вывезти они его не смогут. Поэтому они Лизу не отпустят. Понял? Китайцам у нас хоть шанс есть. Нет у нас никакого шанса. Поймите, эти сокровища не помогут выбраться с острова. Вам, может быть, и не помогут? А нам очень даже помогут. Чего он говорит? Но он говорит, что мы все должны быть заодно. Значит, короче, решили. Сокровища остаются здесь. Пойми, это единственная гарантия того, что Лиза останется жива. Начал тянуть время. Тянуть время. Просто завтра пойдем, начнем же место. Найдем топор. Заберем у него сокровища. Отдадим китайцу, заберем телефон. Да. Андрей! Андрюх! У него, между прочим, там жена. И что? Что? Ну, вам это трудно понять. За огонек. Где? Вон там. Это, наверное, твой отец. Не бойся. Мне с тобой совсем не страшно. Мне с тобой тоже. Ну, из меня тот еще защитник. Не страшно бывает не только с тем, кто защищает. А с кем еще? С тем, кого любишь. Да. Мне с тобой совсем не страшно. Андрей!
Николаевич! Андрей! Мы пришли! Тихо! Тихо! Кто мы? Я Эвцер Чуньё. Мы принесли циновке еду. Мне ничего не надо. Андрей, перестаньте. Я их слямзила. Ну, в смысле, совершила кражу. Отсюда очень хорошо видно вход в пещеру. Наблюдательный пункт. Ну да. Петя, уводи их на берег. Там на берегу мы устроим стоянку. Разожжем там костер. Он отвлечет от этого места. Мы идем на берег. Понятно. Идите за мной. Танкайте. Не отставайте. Хорошо. Спокойной ночи. Ну что, Маш, спать-то ложиться собираешься? Я пока не хочу спать. Захочу, лягу здесь. А что за капризы? Я думала, ты одинокий, несчастный человек. Оказался не такой, да? Оказалось не такой. А какой, Маш? Я и думаю не о себе, а о том, как нам здесь всем нам выжить. Каждый думает, как нам выжить. И на острове, и дома. Только кто-то может оставаться человеком в любой ситуации. Это ты про кого говоришь? Про своего бывшего мужа, что ли? А он не бывший муж. А вот она даже как. Интересно. Ненавижу. Что? Кого? Себя в первую очередь. Это понятно. Спокойной ночи, Марья Ивановна. Он спрашивает, что мы собираемся делать дальше. Следить за пещерой и действовать по ситуации. Осторожно. Он говорит, что зря Андрей поссорился с остальными. Мы теперь лишились возможности, ну, воздействовать на китайца. Да кто на него только не воздействовал? Китайцу нужен клад. Да, Алсамбат. Ну что, Петр Петрович, здесь? Хорошее место. Я говорю, место хорошее. Здесь будет лагерь. Лагерь. Разведем костер. Из пещеры костер будет видно. Пещера, костер видно. Прав. И я понял. Спасибо.
Чувствую себя полнейшей сиротой. Вадим убежал? Паша тоже? Моя любовь никому не нужна. У тебя все еще впереди. Надо только верить. Он даже не позвал меня с собой. А почему? Потому что он перепутал поворот. А как же я? А ты, Лидочка, надейся и жди. У тебя все впереди. Так сказал один поэт. И, кстати, не по пьяни. Я вернусь, мама. Я вернусь. Я не могу раньше, мама. Я заработаю много денег и вернусь другим человеком. Подкачу к этой лачуге на шикарном автомобиле. У нас будут слуги. Ты не будешь больше одинока, мама. Мама, у меня все получится. Не сомневайся. Я обещаю тебе, поверь. Смени меня.
Ау. Пойди поспи. Я посмотрю. Кину гору. Не, ну правда. Вадима искать? Возьмите меня, пожалуйста, с собой. Тебе что надо? Знаете что? Мы с Вадимом вместе карту рисовали, шаги считали. Я примерно догадываюсь, где он может быть. И если мы его найдем, то я смогу с ним договориться. А может быть, мы и Пашу найдем. А? Смотри сам. Так, чтобы я тебя не слышал. Поняла? Хорошо. И еще, пожалуйста, если мы его найдем, дайте слово, что вы его пальцем не тронете. Слово депутата. Угу. Маша. Давай вперед, не дыши мне в спину. Опять ты. Откуда ты все время берешься-то, а? Иди сюда. А, ты красавец. Что ты хочешь сказать? Эй! Эй!
На, поешь. Кати здесь нет. Она с Пашей сейчас. Как с Пашей? Им хорошо вдвоем. Где они? Дай сюда. Если твои друзья попытаются еще хоть раз с тобой связаться, то они получат тебя обратно с дыркой в башке. Мне нужен вертолет. Вертолет и сокровища. Где мои сокровища? А еще мне нужна еда. Еда и вода. Требуют воду и рыбу. Я за рыбой. Вероника! Бегите к пещере! Я с водой! Что случилось? В пещере, быстро! И будет какое-то открытое место. Так Вадим говорил. Ага. И там будет поле чудес в стране дураков, да? Не, какое-то удобное место. Красиво, да? Направо? Направо. Пошли. Ставьте сюда.
Они пришли. Если нападут, стреляй. Что он говорит? Про рыбу спрашивает. А, рыба будет позже. Да, а, ма. Он говорит, что Лизе осталось 7 часов. Просит воды. Вы ему скажите, что катер уже готов к отплытию. Ми лылел. Какой катер? Неважно. А вот с сокровищами придется подождать. Андрей, пожалуйста! Что? Лиза, что? Она хотела мне что сказать? А, воду. Нет. Воду не давай. Не дам. Пока не позовешь мне жену, я воду тебе давай. Не надо. Мякая, якую капкал кон. Он нам угрожает. Угрожает, значит, ничего не сделает. Воду. Ну, жену. Воду. Жену. Воду давай. Я сейчас вылью ее. Ей. Я боюсь. Я тоже боюсь. Да. Лиза! Он дает нам 30 секунд. Да, я понял. Как ты? Что, плохо выгляжу? Нет, очень хорошо. Какой ты грязный. Мама! Левхау! Он просит воды. Вот это, воды! Нет, там яд! Я нашла яд, но они заставят меня пробовать первой! Ты что сделала? Тупая идиотка! Живо сюда тащите воду и рыбу! Быстро, я сказал! Что смотришь? Наговорилась с мужем? Хе, не волнуйся. Я спокоен. Я абсолютно спокоен. А чего мне волноваться? Нет рыбы. Волна большая. Может, она на глубину ушла. Не так. А? Надо края обжигать. Смотри. Вот так. Я понял. Давай. Давай, давай. О! Кто к нам идет? Здоров, рыбачок! Ага! Осадное войско! А босс вражом прибыл! Встречайте! В магазине купил? Ага, в супермаркете. Здравия желаю. Ну, здравия желаю. Держи. А что с крылом-то? Ничего. Держи, Андрюха, от чистого сердца. Спасибо. Сегодня рыбы как никогда. Ну, держи. А я так и думал, что вы тут дислоцироваться и будете. Ну, как они там? Да как обычно. Хандрят бабы. Гувернантка плачет, что никому не нужна. Гадалка мается. А твоя бунтует помаленьку. А я тебя спрашивал про свою. А чё ты сердишься? Тебя кто за язык тянет? Да я просто перечисляю. Не надо, не просто, просто. Андрюх, этот, который тот, картограф, да? Так и не появился. И девчонка его с Пашкой тоже пропали. А так все хорошо. А у нас не очень. Ну
давай помогу, чем смогу. Показывай, где твоя пещера. Триста! Ну? И что это за удобное место? Ну вот, а? Где-то здесь. Все, хорош. Хорош. Давай привал. Ну, пойдемте, осталось чуть-чуть. Мне надо есть. У меня желудок. Давай, перекусим. Есть надо. Перекус. Будешь? Давай. Черт бы подрал этих русских. Жутко хочется пить. А я бы не отказался от завтрака. И от обеда, и ужина. Сразу. Пошли, пошли. Вот здесь мы базируемся. А вон там вход в пещеру. Николаевич, вы-то как тут? Так, а я всегда там. Где рвутся снаряды и пули свистят. Вероника, пошли. Вот здесь. Чуньё. Смотри, здорово мне лицо. Ты куда? Отставить. Вперёд. Мы пришли. Смотри. На переговоры выходит только один. У него бельмо на глазу и пистолет. Другой блокирует вход в пещеру. У него автомат. Почему так долго? Мы старались. И урод. Переведите ему. Если с моей женой что-то случится, я тебя убью. Что он сказал? А? Что так перевести? Переводи. Наверное, не надо. Кинхайро. Желает вам приятного аппетита. Есть еще третий. Только маленького роста. Он все время сидит в пещере. И мы не знаем, есть у него оружие или нет. Я думаю, что есть. Серьезно. Эй, Ализи. Иди сюда. Кинза. Пей.
Разве не хочешь домой вернуться? Домой нет. Ну, а просто вернуться? Ну, там все по-другому будет. Почему? А потому что мы будем другие. Я аутист. Ты студентка-отличница. Ничего общего. Ты не прав. Это наш обед! Она же золотая! Это она пока мокрая, кажется, золотой. А высохнет, станет серой. Значит, пока она мокрая, можно загадать ей 3 желания. Как в сказке. Какие у тебя желания? А у тебя? Мои уже сбылись. Я бы хотела еще папу найти. Куда ты полезла? Ноги поломаешь. Вот здесь можно. Здесь я. 30 шагов. 30 шагов. Ну, 100 раз по 30 прошли. Че, забыл, что ли? Подожди. Так мы здесь были уже. Вот. Ну да, вот Лиана, мы отсюда же выходили, да?
Правильно? Фух. Я не вру. Правда. Вадим говорил, 300 шагов направо. Ты лево показываешь. Правая рука, вот это левая. Ну как ты? Пожечь остался? Нет. Давай домой. Давай. Беги! Ты где так рыбу научился ловить? Это Тихович. Кто? Тихович. Кто это? Он во Вьетнаме служил. У него еще племянник. Он настоящий отец. Серьезно? Так они зимой. Представляешь, по пояс в воде. Туда. Так они зимой по пояс в воде ловили.